Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, посетители сегодняшнего прекрасного вечера. Некоторых я уже знаю в лицо, некоторых еще узнаю. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы поддерживаете авторскую музыку, спасибо, что вы находите время, чтобы отдохнуть в прекрасном месте, в котором проходят прекрасные такие вот джазовые вечера, за что спасибо огромное тем, кто, как говорится, все это делает. Вот. А мы приехали с удовольствием опять же сыграть вам, ну, я надеюсь, красивую программу. Время покажет, понравится, не понравится. Это уже на ваш вкус. Первая композиция звучала под названием «The First Snow» – «Первый снег». Ну, скоро зима, но тем не менее, почему была названа эта композиция и сыграна сейчас первой? Не для того, чтобы ускорить снег, а для того, чтобы… Все-таки слово «первое», она вот первая композиция, вот она такая, как открывается занавес. Но так как в дальнейшем скоро мы увидим не зиму, а осень, я хочу вам сыграть вместе с ребятами произведение под названием «Осенний вальс». Это мои впечатления о красивой осени, о этих падающих листьях, то есть в виде вальса, разноцветность, красиво. В общем, чем говорить, лучше поиграть. Хорошего вечера вам всем. Осенний вальс. Thank you.
Спасибо большое. Переходим дальше к лирической музыке, хотя она вся лирическая, когда есть слово «скрипка» в руках, поэтому... Следующая композиция называется «Мисс Кей», посвящена девушке, которая на самом деле болела и болеет до сих пор как бы очень сильным заболеванием, которое фактически неизлечимо, но... Благодаря Господу до сих пор все как-то хорошо. И когда я просто узнал об этой новости, у меня все выплеснулось через эту музыку, которой хочу с вами поделиться. Она полна и грусти, но, естественно, в моей музыке всегда есть ноты надежды. И я хочу всегда пожелать всем, кто здесь присутствует, чтобы всегда надежда оставалась у вас, чтобы вы могли даже в тяжелой ситуации понимать, что выход есть. Главное – верить, как говорится, и делать. Потому что вера без дел мертва. То есть верить и делать, все будет хорошо. Мисс Кей. Thank you.
Да, как вы видите, в этой музыке есть надежда, поэтому надо всегда думать только о хорошем, независимо от того, что происходит вокруг. Тогда, возможно, вокруг тоже все поменяется. Продолжаем нашу программу. Следующая композиция в связи с тем, что я карапетян, будет армянской направленности. Ее некоторые знают, она понравилась очень много. Вот мы ездили сейчас и в Гродно, и до этого в Витебске играли, то есть отметили эту композицию. Поэтому с удовольствием мы сыграем ее. Она называется «Mountain River», «Горная река». Ну, в принципе, что говорить. «Горная река». Все, кто был в горах, знают, что такое горные реки. Насколько они тонкие, изящные, и насколько они могут переворачивать потом камни и творить чудеса. В общем, природа чудесна, как и мы здесь все. Продолжаем. «Горная река».
такая вот бурность в музыке. Вам не громко? Слава Богу. А то некоторые иногда слабаки какие-то. Продолжим романтикой. Следующая композиция будет называться «Воспоминания», «Memories». Ну вот, мы поиграем, а вы вспомните что-нибудь и порадуйтесь тому, что вспомнили. Thank you.
Спасибо огромное. Как вы заметили, в джазе всегда, вот если тема называется «Воспоминания», я говорю, что вы можете вспомнить. Мы также вспоминаем и друг другу рассказываем только через музыку, чтобы вы поняли, мы общаемся на сцене. Это не просто какие-то ноты, как и вы сейчас за столами. Хорошего вечера. Еще раз спасибо, что вы здесь. Мы продолжаем. Сейчас перейдем немножечко в Атлантику, поплаваем в океане. Композиция будет называться «Атлантик Бриз». Сыграем. Так как до Атлантического океана надо еще долететь, мы сыграем попутно композицию «Over the Ocean» над океаном, а потом окунемся в Атлантический бриз. Thank you.
Ну, когда долетели до океана, теперь все-таки Atlantic Breeze. We'll be right back.
Благодаря этим музыкантам я стою здесь на сцене. Поэтому спасибо им от меня лично тоже. Ну, соответственно, переходим немножечко в Moving and Grooving, так как все-таки жизнь, движение – жизнь. Как мы знаем, здесь очень много всяких спортивных мероприятий проходит, и дорожки классные, есть здоровье. Ну, так как мы особо на здоровье у нас времени не хватает, больше на ноты, приходится двигаться в музыке. Поэтому сейчас будет композиция Moving and Grooving, двигайся под грув. Ну, то есть все, что мы можем, так и двигаемся.
Итак, как мы начали движение, сейчас следующая композиция будет называться «Road of Life», «Сама дорога жизни», которая у нас еще впереди, какая-то часть уже позади. Есть что вспомнить, но есть еще о чем подумать, поэтому всем желаю доброй дороги. Пусть в вашей жизни никогда не будет осложнений и таких трудностей, которые вы не сможете, грубо говоря, пережить, либо поменять в хорошую сторону, в позитивную. Добра всем! Дорога жизни.
Ну и, соответственно, в конце хочу поблагодарить еще раз всех за то, что вы здесь. Приходите сюда почаще, приезжайте сюда почаще. Здесь очень прекрасно, хорошая атмосфера. Иногда приезжают хорошие музыканты, смотрите на афиши. Можете попасть на них. Вот. А мы вам сыграем последнюю прекрасную композицию, которая называется «Драйв». То есть желаем всем драйва. Пока еще вот лето, успевайте порадоваться этому времени года. Ну и потихонечку готовимся к новому счастью, к осени. Всех благ, всем спасибо еще раз за то, что вы были рядом с нами, за то, что не ушли, за то, что слушаете, за то, что любите, терпите и можете. Спасибо. Бранковский, клавишные. Андрей Усков, гитара.
Станислав Сергеенко, бас-гитара. Thank you.
Спасибо, спасибо еще раз. Спасибо еще раз всем. С удовольствием приехали, с удовольствием с вами провели время. Это здорово. Спасибо большое. Прекрасного продолжения этого года. Пусть счастье, радость и мир будет в ваших сердцах и вокруг. Спасибо. Спасибо. Вот этого я ждал, честно говоря. Целый концерт. Дождался, слава Богу.